Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала. Я всех рад приветствовать. Нас становится все больше и больше. И спасибо вам за это. Люблю каждого своего подписчика. И знаю лично. Сегодня еду в экскурсию по Калининграду. Покажу вам, ну, маленькая экскурсия будет такая, неполноценная. Завтра 9 мая, сегодня 8 мая 2022 года. Сегодня начнем, завтра продолжим. Парад хочу показать вам. В общем, в центре Калининграда, в центре Европы. Братвой конкретно. Ставропольская братва. Прячется. Мы-то на такси поехали. Ой, можем пешком? Пойдем. Айда. Спасибо большое. Классно очень тут представление, друзья. Над головой. Класс. Экскурсии. Остановимся, нет? Столетняя брусчаточка лежит в 29-м году. Мне сказали, ее укладывали. Хочется босиком по ней пройтись. Хорошее настроение, хорошая погода. Класс. Люди на самокатах ездят по брусчатке столетней. Гуд. Очень много южан тут, или как, азиатов. По-разному пишешь, но все время так. Так, друзья, только зашли в зоопарк в Калининграде. Посмотрим, что тут есть. Пока только деревья. А кто это? Мишки? А, эти еноты. Все, друзья, экскурсия по зоопарку Калининграда начала свой разгон. Очень красиво. Так, это начало, это не тура, по конверсению я не увидел, но здесь отлично. Что у нас? А, это синяя. Белые медведи. Ледяная скала примерно в начале 20 века, по другим данным, в 1920-е годы в зоопарке был построен тематический объект для показа водных животных, которые получили название «Ледяная скала». Это был первый крупный вольер в зоопарке, и по мнению современников, он вполне мог быть достоин даже такого известного зоопарка, как Гамбург. Так красиво тут. Все это старинное. Очень угадывает такое старинное. Ступеньки как на Донец.
это раньше ходили. Так, вот ледяная скала. Детей на барьер не ставить. Оба-на, водичка грязная. Это для детей написано. Ага, вот она у нас. Красавица, смотрите. А ты... Так, друзья, уважаемые, сейчас продемонстрирую, как же. Такие мы ребята, братва. Яу-яу, Эльза делает. А потом будем все. Я ворона хочу убрать, но я мог его поймать. Да тут выпить нельзя, зачем тут скалывать? Давайте выйдем. Тут нету выпивки, я уже узнал. Не, ну да, как вот эти приезжие зоопарки, понятно, отличаются. Оба-на! Вон, вижу оленя. Олень, иди сюда! Саня, электрика нету, сейчас бы тут что-нибудь диверсию устроил. Братишки за неадекватом меня держат, моя мама. Вообще вот. Вот он какой. Он копытом, когда дает, золото выскакивает. Видишь, ворон крутится будет. Маленький. А ну дай золото мне, брат. Это ваш любимый? Это, ну наши все здесь любимые. За ними хожу на Леву опять посмотреть. А, еще один? А, царь зверей там? Эй, царь! Царь, ко мне! Бля, отвлекай. Так, батл вызов, братва! Опа, пеликан. Вызов на этот. Побиться в тире.
А я ж не дурак. А ну палец умеешь кусать? Давай, давай. Оба, ты шо? Отдай, блядь, поломай. А бегемота я лучше. Я дальше туда пойду. А не карликовый. Мне пойдет. Ну вот, ну все, я вас сейчас встречу. Паровозик видит? Ну все, я тут сделал. Я... Пойдем. Как тот, кто у меня камеру хотел отжать? Как вы? Ого! Серьезный? Пока не отжали. Опа! Андрюшка стоит. Что? Завтра буду. Тапиры, совы, сохнут, не смотри. Вот. Водоплавающие птицы. Там хищные птицы есть. Давайте на хищных птиц, пацаны. Мы где находимся? Карта. Давай, давай, попробуй. Да, вот так вот и пойдем. Волков просто не смотрел. Горбатый. Слышь, пацаны, а прикиньте, да, квартира вон наверху. Это тоже вам. А ну, просто сравнить. Для сравнения. Очень-очень похоже. Скажите, пожалуйста, а похоже? Не, вот он и тот. Да? Ну я бык. Столько лет не был в зоопарке, я очень счастлив. Пошла за их. Что, пройдем, посмотрим? А, у нас сниму. Так, вот я нарил мне его. Сочи. Посмотрим, что здесь. Это золотая рыбка. Это пиранья. А, птицы водоплавающие. Это улицы такие. Ну, все равно попробовать пострелять не сможет. Над головой. Ну, мы все посмотрели уже, пацаны. Нет? Давай. Давай посмотрим. Сейчас я его еще раз сниму. Привет, братан.
Давай, дай кулачка. Дай кулак. Брат, 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 давай. Братик. Не надо биться. Зак обрадовался. Дай кулака. Чего, пацаны? Ну, бля, меня любят животные. Ты пошла. Пацаны, это компромат, это херня. Все. А ну, смотрите на меня. Кто быстрее? А тут нет, что? Ну, ты бы... Можно на одну секунду? Одну секунду. Да без проблем. Спасибо. Да, бидон, конечно. Еще что? Вот это козырьки. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Аккуратней. В общем, все. Зоопарк. Экскурсия закончена. Всем спасибо. Обзор самокатика. Так, друзья, новый квест у меня после зоопарка. Мы хотим взять на прокат самокаты вот и поехать на остров Канта. Вот они, самокатики. Классно, как в Питере, их можно бросить в любом месте. Сейчас Стасик КГБ даст на самокатике. Уважаем пешеходов. Поехали.
Давай руки пожмем. Извиняюсь. Остров Канта, пожалуйста. Соревнования. Стас. Сейчас прибежит. Это браслет. Походу он вообще не следил. А ну на, Стас. А какой приз? О! Единорога надо положить. Так, друзья, походу я летел. Сейчас посмотрим, как этот постреляет. Красавчик. Ну, с коллиматора согласись, проще. Крутая прогулочка.